Здравствуйте, вас приветствует waterlily.ru и наш канал про нимфеи. Вот хочу показать средний мелкий мой гибрид. Нимфея называется Yellow Grail, желтый грааль. Вот такая вот нимфейка. Мне она понравилась тем, что цветет в виде кубка. Достаточно небольшая, компактная, листва у нее тоже небольшая. Она подойдет для среднего пруда. Цветет достаточно хорошо. Самое главное, что цветет, возвышаясь над поверхностью воды. Очень красиво смотрится. Молодые листья у него выходят с крапом, потом становятся практически зеленые. Такая вот красивая чашечка. Это вот первого дня цветения цветок. Это второго или третьего. Спасибо большое за внимание. Подписывайтесь на наш канал.